С каким ускорением движется при разбеге реактивный самолет? Масса 600 тонн. Если сила тяги двигателя 90 кН. Для начала запишем данную. Масса самолета равна. Переведем систему Си. Это 6 на 10 в четвертый килограмм. Сила тяги равна 90 кН. Переведем систему Си. Это 9 на 10 в четвертый ньютона. Найти ускорение А. А неизвестно. Напишем второй закон Ньютона. Равнодействующая всех сил равна произведению массы на ускорение. Эту формулу нужно знать. В нашем случае на тело действует только сила тяги. Тогда F тяги равняется произведению массы самолета на его ускорение, на ускорение А. Выразим отсюда ускорение А. Ускорение А равняется сила тяги, знаменатель масса самолета. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Ускорение А равняется сила тяги, это 9 на 10 в четвертый ньютона. Масса самолета, это 6 на 10 в четвертый килограмм. Посчитав, получаем 1,5 метра на секунду в квадрате. Запишем ответ. Ускорение А равно 1,5 метра на секунду в квадрате. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.